внимание, эта игра содержит сцены насилия. Всем хеллоу, мои подписчики. Друзья и зрители канала, сегодня понедельник, и мы продолжаем проходить первый резидент, кампанию за Джилл Валентайн. Проходим на сложном, и у нас сегодня финальный эпизод. Отправляемся в лабораторию, делаем всякие дела. Нас ждет битва с финальным боссом. Ну и в конце, после этого эпизода, в следующий понедельник, я выложу бонус-серию. Так же, как и в кампании за Криса, три дополнительные концовки. Так, для начала нам надо поставить символы, медальоны, чтобы открыть ворота. Ну вот, ворота мы открыли. Возьмем аптечки. Ну бери ты, дура. Синие я брать не буду, возьму только зеленые. Вниз, прямиком в ад. Сейчас нас ждет куча жмуриков. Будем их кромсать. Дальше. Возьмем мау-диск, так как он нам пригодится. Будем генерировать пароли. Поджидают уже. Патрончики перезарядить. Сдохли. Еще живой. Вставай, я с тобой не закончу. Так, эту траву я брать не буду пока. Пускай она здесь стоит, чтобы место не тратить. Отстрелили руку. Отлично. Thank you.
привет и пока. Включаем свет. Здесь патроны. Отлично. Травушка. Комбинируем. Делаем нашу аптечку помощнее. Письмо ученого. 8 июня 1998 год. Дорогая Ада. Ада. Когда ты будешь читать это письмо, я уже буду очень далеко. Сегодня я узнал результаты тестов. Я схожу с ума, когда подумаю, что я скоро стану одним из них. Ада, вы не инфицированы и, надеюсь, никогда не будете. Как только вы останетесь одна, берите видеоматериалы в конференц-зале и идите в электростанцию. Там находится система управления. И передайте свои материалы прессе после того, как вы вырветесь из этого ада. Все замки могут быть открыты системой безопасности. Вы можете пойти в систему в маленькой лаборатории, набрав на терминале мое имя и затем пароль. Пароль — это ваше имя. Чтобы открыть B2, где расположен конференц-зал, вам нужно набрать свое имя и затем другой пароль. Я написал этот пароль ниже. Я уверен, вы его легко поймете. И последняя просьба. Если вы найдете меня измененным, пожалуйста, убейте меня. Ваш Джон. Так, пароль. Пароль у нас Молли. Я его помню. Мы расшифровали его в компании за Криса. Вот эти вот странные надписи. Надо расшифровывать. Так что делать я не буду, сэкономим время. Сразу пойдем водить. Так, труп. Из трупа сделали труп. Использовали ключ. Освободили место. Отлично. Пока с ними сражаться не буду. Патроны для ружья возьмем. Так, здесь нам надо передвинуть ящики. Сдвинем, чтобы не мешало. Ну что там застряло-то, блин? Так. Да блин. Ну что, мешает-то? Угу. Так. Так. Теперь лестница. Да ладно, что не двигается-то? Что за бред? Я что, накосячил, что ли?
Я уж было подумал, что пипец, все. Все заново надо. Залазим в вентиляцию. Жмур готов. Патроны к магнуму. Зарядочка. Сгенерируем пароль. Пароль 02. Я буду благодарен вам, и вашим потомки будут столь многочисленными, как звезды в небе, и как песок на морском берегу. Ваши потомки будут овладевать городами их врагов. Сгенерировано 22 часа 17 минут. Да, валим отсюда, здесь больше нам делать нечего. Давненько у нас не было хедшотов. Вот. Патрончики бы сэкономили, если что. Если бы были. Так, мой диск. Откроем двери. Логин. Джон. Джохан. О, что я написал? Джохан. Джохан Похан. Пароль у нас Ада. Этаж Б2. Так, пароль у нас Молли. MOLE. Отлично. Б3. Здорово. Так, ребята. Вставай. Так, я возьму ружье. Здесь у нас тусовка зомбаков. Сразу троих, отлично. Ах ты. Ну ладно. Факс. Кому? Начальнику санэпидемстанции. Вот, специального комитета по бедствиям, департамент специальных исследований, город Ракун. Этот документ строго секретен и подлежит уничтожению после прочтения.
Данный комитет провел расследование относительно эпидемии Т-вируса, произошедшей недавно. Согласно результатам расследования, нанесенный ущерб оказался значительно больше, чем сообщалось ранее. Первое. Хотя и сложно получить точные данные в конкретных цифрах, более половины ученых погибли после утечки Т-вируса, и количество жертв будет увеличиваться, так как у оставшихся в живых под налицо симптомы Т-вируса. Второе. Система безопасности все еще действует, однако почти весь персонал службы безопасности был уничтожен. Поэтому мы считаем, что вся информация по этому поводу вопросу должна содержаться в строжайшей тайне. Встречные меры должны быть приняты как можно скорее. Наконец, много субъектов эксперимента сбежали и не контролируются. Мы полагаем, что некоторые ученые были убиты этими субъектами, и их тела были изуродованы. Правда, эти случаи – доказательства нашего успеха, хотя если довольно большая степень риска попадания этих сведений в прессу, если мы не будем действовать немедленно. Ситуация очень серьезная. Своими силами решить проблему нам очень сложно. Мы очень заинтересованы в быстром вмешательстве полиции и STARS. Мы нуждаемся в их силах для быстрого исправления сложившейся проблемы. Так, генерируем пароль. Пароль 01. Я клянусь, сказал лорд, за то, что вы сделали это и не отказались в вашем сыне, в вашем единственном сыне. Сгенерировано 22 часа 16 минут. Идем в конференц-зал. Возьмем еще один новый диск. Слайды не взял. Берем слайды. Система безопасности. Уровень 1. Порт вертолета. Доступен только правительственным исполнителям и должностным лицам. Данное ограничение недействительно в случае несчастного случая. Проход к вертолету. Никто не может пройти без сопровождения консультанта исследований или начальника службы безопасности. Все другие будут застрелены при приближении. Лифт. Лифт останавливается во время действия чрезвычайного положения. Уровень 2. Конференц-зал. Конференц-зал контролируется специальным отделом исследований. Ответственный менеджер конференц-зала Кейт Арвинг. Уровень 3. Тюрьма. Тюрьма контролируется отделом очистки. Консультанты исследований Е. Смит и Рос А. Вескер должны присутствовать при использовании вируса. Тройной замок двери. Никто не имеет доступа, если он не представит все пароли. Документы с паролями создаются специальной машиной начальниками всех отделов исследований. Электростанция. Разрешен доступ только для наблюдателей штаб-квартиры. Данное ограничение действительно, если консультант исследований получит специальные инструкции. Машина паролей. Никто, кроме начальников отделов исследования, не имеет доступа к машине паролей. Уровень 4. Совершенно секретно. Развитие тирана после использования Т-вируса далее неразборчиво. Что у нас там дальше? Так, открываем панельку, нажимаем кнопку. Появился MO-диск. Посмотрим слайды сначала. Umbrella Inc. Материалы о биоружии. МА-39 Цербер, ФА-3 Нептун, МА-12 Охотник, Т-002 Тиран.
группа ученых, разрабатывавших биооружие. Правый, крайний, самый Альберт Вескер, предатель, очкастый. Что, идем, генерируем последний диск, последний пароль. Привет, чуваки. На всех хватит у меня. Мне тоже хватит. И тебе. И тебе тоже. Зайдем сначала в Save Room. Так, ружье, наверное, уберем. Возьмем аптечку. И так, базуку возьмем. Пистолет мы уберем тоже. Такой газ. Такой. Кольт. Перезарядили базуку. Так вот. Так, возьмем патрончики. Перейдем в реакторную, там сейчас у нас такие не очень приятные враги. Такое запарненькое место в игре. Оббегать их просто, чтобы не связываться с ними. Останавливаем питание. Так, сгенерируем пароль. Пароль 03. И все нации на Земле будут повиноваться вам, потому что вы подчиняетесь мне. Сгенерировано 22 часа 18 минут. Идем дальше. Твою-то мать! Иди-то ищи. Подключаем лифт. Здорово. Отвали. Блюдок. Да отвали ты от меня, а! Вот это.
Какая система управления, тут дура? Валим, валим, валим. Вон, со всех сторон окружили. Обезьяны. Так, перезарядить базуку. Козёл. Фу, пронесло. Мы это сделали. Так, в сейв-рум зайдем. Птичку одну истратили. Возьмем траву. Так. Так. Батарея. Так вот, наверное, я думаю. Все у нас там нет больше, да? Такого ничего, что нам нужно. Смесь трав еще одна. Нож, ручка, 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 лента, смесь трав. Боемы. Ну все, наверное. А. Так вот, и возьмем еще одну. Все, да. Разобрались. Идем, теперь вводим пароли. Так вот вам всем. Кодовая панель. Ввели пароль. Ввели пароль. И ввели пароль. Джилл? Это ты, Джилл? О, Крис, ты жив? Конечно. Черт побери. Мы в дерьмовой ситуации. Я знаю, но мне нужно во что бы то ни стало открыть эту дверь. Не получается. Ладно, я обязательно вернусь и помогу тебе. Подождешь здесь? Спасибо, я буду ждать тебя здесь. Подождешь меня здесь? Куда он уйдет-то, блин, закрытый в тюрьме? Так, возьмем, наверное, культ. Идем к лифту. Джилл, ты тоже здесь? Да, и ты тоже. Слушай, я заблудился.
Ну пошли. Вескер? Отличная работа, Берри. Я так и думала. Я думаю, тебе стоит отойти от Берри, Джилл. Боюсь, его жена и две дочери могут пострадать, если он не выполнит все то, что я ему говорю. Какая же ты дрянь! А тебе нечего беспокоиться, Джилл, поскольку ты очень скоро покинешь этот мир. Зачем тебе нужно уничтожать Старс? Это решение Амбреллы. Эта лаборатория участвовала в проведении опасных экспериментов, и недавно произошла авария. Ну, в общем, происшествие не подлежит огласке. А, так вот почему так нежелательно, чтобы члены Старс знали об этом. Так ты теперь раб Амбреллы. Вместе с этими вирусными чудовищами. Милочка, мне кажется, ты не понимаешь меня. Те чудовища, которые упомянула... не значит для меня ровным счетом ничего. Я намерен сжечь их вместе со всей этой лабораторией. Я должен выполнить приказ Амбреллы. Барри, иди наверх и жди меня там. Берри, придурок. Он навсегда останется рабом Амбреллы. Как ты, Амбрелла, могли запугивать его, удерживая семью в качестве заложников? Амбрелла? Вообще-то это я запугивал его, и Амбрелла здесь абсолютно ни при чем. Просто я использовал его для достижения своих личных целей. Хотя и ты, и Барри, кажется, думаете, что я выполнял приказы Амбреллы. Так ты задумал что-то иное? Ну, дорогуш, если бы тебе удалось разработать самое мощное в мире биологическое оружие, что бы ты делала? Ты должен немедленно остановить это. Ты храбрая девочка, но на твоем месте я бы не отвергал такого открытия. Вы, ребят, просто придурки. Никто не понимает его подлинного значения. Так ты собираешься похитить результаты исследования? Более того, я собираюсь показать тебе тирана. Берри! Прости, Джилл. А как же твоя семья? Я слышал, о чем вы говорили с Вескером. Жаль, что не догадался раньше. Видишь ли, я думал, это было как-то связано с Амбреллой. Оказывается, всем заправлял он. Хорошо, что ты сейчас это понял. Ладно, давай сначала выберемся из этого дома. Джилл! В чем дело? Ты не знаешь, что Вескер хотел показать тебе в этом доме? Он говорил о самом мощном в мире биологическом оружии, под названием «Тиран» или что-то вроде этого, насколько я помню. Как думаешь, может нам посмотреть «Тирана»? Берри, ты такой оптимист! Было бы большим ущербом для репутации Старс, если бы мы позволили такому опасному существу вырваться на свободу. Возможно, ты прав. Пошли! Может ли это создание быть самым совершенным биологическим оружием? Действительно, Вескер точно сумасшедший. Тиран еще не полностью развился. Но мы не можем оставить его в живых. Это, видимо, компьютер, который управляет этим созданием.
проклятие! Он же не может контролировать свои действия. Так, валим, валим. У нас первая битва с тираном. Так. Там, по-моему, сколько? 6 патронов ему надо. Еще разок, наверное. Как раз 6 патронов от магнума. И все пучком. Бэри! Бэри! Ты жив! Не так... неловко. Я был так неуклюж. Пойдем. Ну да, после такого удара еще и живой. Бери, у нас киборг какой-то. Что случилось с Вескером? Вескер, наверное, всех нас подставил. У нас мало времени. Вескер включил систему самоуничтожения. Бежим за Крисом. А, что? Надо выбросить магнум. Не пригодится больше. В принципе. Патронов все равно от него нету. Вместо этого лучше возьму, наверное, еще какую-нибудь аптечку. Такое. Погнали. Погнали, удираем. А, сейчас надо сбегать за Крисом. Освободим Криса. А музыка такая романтичная сразу заиграла. О, Джилл! Извини, что заставила тебя ждать. Все закончилось? Да, почти что. Сейчас нам нужно идти. Все, уходим теперь. Нам нужно эвакуироваться отсюда куда подальше. Куда побежал? Пошли! Пошли.
поджарили. Возьмем утечки. Пошли! Че он все меня подгоняет-то? Быстрее! Это Брэд. У меня кончается горючее. Если здесь есть кто-нибудь живой, свяжитесь со мной. Это Брэд. Барри там застрял. До взрыва осталось 3 минуты. Должно быть, шутишь. После того пути, который мы прошли, дошли до сюда. Пропускаю даму вперед, вперед. Иди вперед, Джилл. Ну, Крис. Дай мне шанс сыграть хорошего парня. Хорошо, будь по-твоему. Я жду тебя на вертолетной площадке. Что-то подлагивает. Теперь надо дать сигнал Брэду. Вот, он увидел. Летит вертолет за нами. Спасение наше. Поиграем немножко. Ох ты, козел. Ай-яй-яй, в угол меня загнал. Куда ты выстрелила, дура? Понятно, опасно. Фу, пронесло. Куда-то опять выстрелила, дура. Ах ты, урод. Так, он приближается. Джилл, убей этого монстра. Ты же амазонка, Джилл. Амазонка.
Ну все, лови. Это все. Остались одни ножки в уши. Вот и все, на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Не забываем комментировать. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока!